Вот уже в течение нескольких лет жизнь жителей деревни Дедылдино делится на день и ночь. Дело в том, что после захода солнца становится темно так, что хоть глаз выколи. На всю деревню единственный фонарь, и тот самодельный. Обещанного 3 года ждут, говорят, но этот срок давно миновал, а освещения нет. Письма, ответы на них, что вот мы все делаем, все для вас, все. Ну, ничего в итоге. Ничего, ну как бы, а воз он и не там. Только отписки и обещания, что вот-вот будет проведено освещение, сетуют местные жители. Я была в августе месяце в администрации. Мне сказали, что Домодедово отремонтировала линию электропередач в нашей деревне. Опять же, по нашей заявке. Вот. А освещение, какие-то возникли проблемы с подписанием договоров. Вот. Так что ждем подписания этих договоров. Когда это произойдет, неизвестно. До ближайшей остановки, расположенной в Таболово, 1,5 километра. Туда тянутся все дети, чтобы добраться до школы, и старики в поликлинику. А между тем ситуация грозит вылиться в трагедию. Асфальт положили новый, а про пешеходные дорожки забыли. Такое ощущение, что вот еще немножко в сторону, и ты собьешь человека. Вот и боятся и автомобилисты, что не заметят в темноте идущих по краю дороги людей, и пешеходы. В случае опасности отпрыгивать некуда, за краем дороги кусты и грязь. А одинокого фонаря при всем его старании на всю деревню не хватит. Татьяна Глобченко, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.